1 400 000 рублей выплатят семье, пострадавшей в результате пожара на территории садоводческого товарищества «Черноморец» в ночь с 11 на 12 мая. Такое решение приняли в пятницу на заседании правительства Севастополя. Проектом постановления предполагается оказать материальную помощь членам семьи по 100 тысяч рублей, которые выжили, и 1 миллион рублей на погибшую девочку. Итого 1 400 000. Департамент труда и соцзащиты подготовил уже документы для того, чтобы осуществить выплату. Директор Департамента труда и социальной защиты населения Станислав Борисенко уточнил, кроме этой утвержденной материальной помощи, семье уже выплатили 56 тысяч рублей компенсации, а также оплатят похороны девочки, которые состоятся 15 мая.